Привет! Сейчас мы находимся на фестивале ПРОНАУКА КФУ. Ночь интеграции – это объединение с будущим. Нас ждут зрелищные развлечения и образовательные интерактивы. Айда, посмотрим? Айда! На фестивале ПРОНАУКА КФУ можно научиться оказывать первую помощь. Это можно сделать на таком вот манекене. Мы подходим к человеку и обязательно к уху наклоняемся и спрашиваем его: «Извините, у вас все хорошо, вам помощь не нужна?» После этого мы делаем так, чтобы у него проходимость дыхательных путей. То есть накладываем руки на лоб, два пальца под подбородок. Слышим, видим, смотрим на грудную клетку и ощущаем дыхание. Считаем до 10. Далее вызываешь скорую. Алло, скорая, Кремлевская, 35, человек, остановка дыхания. Приступаю к сердечно-легочной реанимации. Сейчас мы попробуем сделать массаж сердца. Для этого нам нужно руки сцепить вот так и надавить на груди. Руки? Нет, смотри, руки ставишь вот так. Все, и вот теперь делаешь. Продавливать тяжело, но с тренировкой становится лучше. Здесь представлена коллекция дронов. Для того, чтобы узнать про них какую-то информацию, можно перейти по QR-коду и узнать о разновидностях дронов. Это учебный квадрокоптер. Он используется для перевоза грузов. Он может поднимать до 2 кг. Сам он весит 1,5 кг. Это квадрокоптер используется для съемки красивых видео. На него можно установить камеру, и он будет снимать видео. Самое сложное – это правильно отмерить длину проводов мотора. Здесь установлена подсветка, мощные моторы, которые выдают пиковый ток до 200 ампер. И летает такой дрон со скоростью 350 км в час. Где этому вас учат? Это учат в IT-парке. Немножко поиграем. Нам дали телефон, через Bluetooth подключен робот, и сейчас мы будем им управлять. Нам нужно подхватить один стаканчик. Кстати, я не в ту сторону еду. Оп. Очень непривычное управление на самом деле. Мы движемся в правильную сторону. О, мы подхватили стаканчик, и вот он почти. Что ж, с задачей мы справились, наш робот все-таки остался со стаканчиком. Наша станция называется внутриаптечное изготовление лекарств. То есть лекарства можно готовить не только на заводах, но и также в условиях аптеки. Это называется штангласс. Отвешивать мы будем аскорбиновую кислоту. Вращающимися движениями потихонечку мы пересыпаем до тех пор, пока чаша весов не выровнятся. По чуть-чуть. Да. Все, хорошо. Теперь мы переносим это в нашу чашу. Далее провизор добавляет следующие ингредиенты, которые у него будут по рецепту выписаны, и затем заворачивает пергаментную или овощаную капсулу. Получается вот такой вот порошок. Каждый день мы видим мир одинаково. Обычные серые будни, от которых устаешь. Но добавить ярких красок, переместиться в другой мир можно с помощью VR-реальности. Надо управлять руками, но с первого раза это не особо получается. Все вертится, крутится. А вот я вижу таблицу химических элементов Менделеева и огромный зал. Интересно, что нажатием руки я могу перемещаться по этому залу. Очень интересная лаборатория. Тут представлен экран, на котором показан некий анатомический атлас, для того, чтобы узнать, что находится у вас внутри. Это анатомическая модель, стол Пирогова, служит для изучения анатомии человека. Анатомию человека с использованием этого стола изучают теперь школьники, не только студенты медицинских вузов, где он был раньше. Здесь можно увидеть, как расположены органы, какое у них взаимоотношение, как они у нас питаются артериями, как они у нас иннервируются нервами. То есть мы каждый орган можем подробно приблизить, узнать все о нем. А здесь можно посмотреть на строение паука. Правда, он немного засушенный, но в целом это ничего не меняет. Видно каждую волосинку. Очень интересно. Посмотрите тоже.
Здесь есть засушенные модельки пауков, а есть и настоящие. Они даже шевелятся. Можно посмотреть на них. Там на сайте есть все виды. Ну вот и подошла к концу ночь интеграции. Я ощутила бурю эмоций, даже голова немного закружилась от VR-очков. А я попробовала оказать первую медицинскую помощь и в целом весьма успешно, а также попробовала управлять роботом. Считаю, что ночь интеграции прошла на ура. Нам понравилось.